зависимой переменной увеличивается и на этот коэффициент, и еще на 40% от этого коэффициента. Ну, в общем-то, несложно, по-моему, проинтерпретировать совместно два мультиколлинеарных предиктора. Бывает и такое, что у константы significance больше 0,05. О чем это говорит? В чем суть константы? Константа – это величина, средняя величина зависимой переменной для респондентов, у которых по всем предикторам стоят нули. То есть ни один человек не живет с респондентом, он не смотрит телевизор, у него ноль подчиненных, он абсолютно не удовлетворен положением в экономике, он не чувствует смысла в направлении своей жизни, у него очень низкий доход, он не может принимать решения об организации работы и так далее. Вот по всем переменным стоят нули. Да, бывает такое, что у нас по какой-то переменной, по доходу, допустим, у нас на самом деле ведь нету нулевой категории. То есть тогда контрольная группа не будет представлять собой реальных респондентов. Но если, допустим, не смотреть на данную переменную, по всем остальным это реальные респонденты были бы, если бы этого предиктора не было. Итак, контрольная группа – это характеристика зависимой переменной для людей, у которых нулевые значения предикторов. Реальная эта группа или, соответственно, нереальная. Следовательно, если у нас significance больше 0,05 для этой контрольной группы, значит, в генеральной совокупности среднее значение зависимой переменной для людей с нулевыми значениями предикторов равно нулю. Давайте представим себе теперь, что нас интересует значение зависимой переменной у некоторого респондента, у которого вот такие значения в профиле, произвольно взятые. Ну, допустим, вот именно они нас интересуют. Давайте, воспользовавшись нашей моделью, спрогнозируем, какое же будет значение удовлетворенности работой для вот этого произвольного респондента. Я перемножаю значение коэффициента на значение самого предиктора, растягиваю, суммирую и добавляю константу, поскольку константа у нас значима. Получаю около 5. Итак, удовлетворенность работы находится на среднем уровне для респондента вот с такими значениями предикторов. То есть один человек живет с респондентом, смотрит телевизор от получаса до часа, я наизусть помню, просто 3 подчиненных, ниже среднего удовлетворенность положением дел в экономике, ниже среднего оценка осознанности жизни, средний доход –